Железная дорога, тут бесполезно пиздеть много. Сидишь в своем гнезде, словно стервятник. Это я про начальство, им надо потеряться. Пока потеют яйца на жаре в кабинах, вы в беленьких рубашках, в кабинетах длинных. Типа ебашите, лапзая, секретуток. Вопрос напрашивается, где лавандос мой трудный? Вы как трутни, а мы ну это типа пчелы. Ебашим деньги тоннами в карманы ваши четко, как папа Карло с плетками. Тут страна боссов, на одного работника по сотне кровососов, прыщавых носов и очередью подбородков. Эти слова я подобрал наоборот. Пока я заработал 1000, вы уже сотню. Я трачу их на пищу, вы просто так мусолите. Яхты, квартиры, миллионы. Уау. Рвать шов ударом. Где мои бабки? Якуша Мэнка. Я не был в Таиланде или там на Гавайях. Крутишь баранку джипа, я на фантиках гоняю. Вот жизнь, бля, нахуй нам столько департамента. Жирные морды в галстуках, демоны там они. Понятно, в РЖД крутятся триллионы. Якуша Мэн наебывает безусловно. Реформа за реформой, прибыли миллиарды. А я одетый не по форме, лишить талона, гада. Да ну да ладно, подняли цены в электричках. Надо раз в 10, чтоб все было у них отлично. У этой своры с их главным бультерьером расставлены капканы и наши деньги на конвейер. Все начальство РЖД на засекреченных зарплатах. Ну сколько? 1500 как минимум, ведь правда? Начальник станции от 150, а у меня 20-ка как-то настопиздила. Уау. Рвать жоп ударом. Где мои бабки? А? Я? А? Дай хотя бы половину.